Заур пошла. Последняя минута периода. Ткачев! Шайба залетает в ворота! 2-1! Владимир Ткачев! 1 еще Азеведа, 1-1. Убегает! Красота какая! 5-1! Ну и вы видели, вот я говорил про скорость Галиева, про скорость Ткачева. Видите, как Азевед просто ушел от соперника. Журавлев, Петров, Азеведу бросок, гол 3-1. Акбарс успевает за минуту и 17. И свои зоны, и вот сейчас обратно класс возвращается. Капец, сразу будет бросок Еронина, и шайба ворота 2-1. Азеведа спустился, начал атаку и завершил ее броском. Точно между чуток Мецовым. Болельщикам комфортно. Вот, ну смотри, какая стычка пошла. О, Азеведа с Шаровым. Вот это да, вот это драка! Ух ты! Вот Барса! Драка во втором матче подряд. И непонятно, с чего они понеслись. Ну, а Азеведа, несмотря на то, что маленького росточка, очень крепкий парень. Два в одного! От Барса такую-то забивает! Джастин Азеведа, получив такую шикарную передачу от партнера, делает счет 2-1. Азеведа. Еще один прострел. Ой-ой-ой. Как он попал. Фантастика. 13,5 секунд не дотянул. Авангард на победу в основное время. Как он отдал. Ой, красиво все сделал. И забил Азеведа. Вот это гол. Красавец Джастин Азеведа.